Треугольник. 6800 порядочности. 200 часов. All peak. Погнали. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Турин Конзор. Чик-чик-чик. Рекомендую под моим видеороликом. Надо будет. Видосик. Снова уже по доте. Все-таки первый у нас на 100. Там еще 67-то просмотров залетел. Посмотрим, что будет в этом. Сначала не забудь поставить лайк, подписаться на канал, также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать все самые новые стримы, а также видосики. В принципе, все, больше ничего затягивать. Начинаем. Так, ага. Чел без ника. Так, ставим нашего имбу. Бристол бэк в бан. Кстати, не знаю на самом деле за кого. За Рики, за Вайда или Дазл мид. ЦМ-ка мид. Чего они вытворяют? Ладно. Посмотрим на пик. Он сразу пикает первый. Тэчес, похоже, Джаггернаут, ЦМ-ка. А это против нас, чел без ника. Все, мы проиграли. Сразу с нулевой. Ладно, посмотрим, что у нас тут по типам. Да ничего не осталось. Что мне? Ага, вайпер. Террор Блэйд. Похоже, мы возьмем этого братка. Пикай, дружище. Спектр. Рики, Пуч и Фантом. Понятно. Вайпер за нас. Дурак. Так, ролим. А, стоп, почему? Что это синий? ЦМ. Вот другое дело. 49. 69. Ха-ха, свалил отсюда. Все нормально, да, кстати, мид забрали. Давайте вард. Ладно, фиг с вами. Так, Террор Блэйд. 14-8-9. Ну, неплохо тут, в принципе. Неплохо, чел без ника. ЦМ. Уф, саппорт лучший в трех прошлых играх. Да, неплохо играет, видать. Играем на Void Spirit, кстати. Кто не заметил, да? Вообще хотел на Рике какому-нибудь или на Дазле. Чтоб превью разнообразнее было. А то что, мне снова Вайда ставить? Ну ее по расценду не делаешь, да? Ну, пришлось походу. Неужто никто не придет? Сейчас какая-то хрень вылетит. Битва начинается. Серьезно? Нормально. Забрали, так сказать. Что это стоит такое, там непонятно. Ладно, ЦМ-ка, здравствуйте. Вы, кажется, на мид. Ой, в смысле, вниз идете. Ай, нет! Вот это я просто промастер. Ничего себе, реально. А, ну, кунка. Так, мини-вардик поставили. Вот это он, конечно, меня херачит. Неприятно. Попадаются как норм, так и не норм. На самом деле. Может попасться вот как сейчас, такой хороший достаточно чел, ну, умеет играть более или менее. Может попасться чел, который вообще не умеет ничего. И все. Ага. Ах он. Плохой какой. Че, офигел, друг? Ааа, пом. Маны хватило. Эх, эх, эх. Ну, блин. Ну, блин, ну вообще. Вар свой поставил. Гляньте на него! Ок. Я запомню это. За что? Так, так, так. Куда это направляется наш молодой друг? Нужно к нашему да-да! Эх, не попал. Ну и фиг с тобой, я пока оставлю. Я пока оставлю на черный случай, когда ты подойдешь поближе, например. Он охренел. О-о-о-о-о. Надо, чтобы он поближе подошел. Ну что ты? На тебе, тварь. Нашелся тут, а? Типер момент, блин. Ой-ой-ой, идет какой. Неплохой-то. Уф-уф-уф, еще. Подойди давай. Ну и ладно. Че, не типнет даже за это? Серьезно? И не типнет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну не канонично, дружок. Что ж ты такой? Нетипичный. Ну ладно. Ой-ой-ой, десяточка. А где?
только сверху появляется. Вот это, кстати, не знал. Или уже забрали, пока не увидели. Капец. Летим. А, все закончилось. Ой, идет. Кунг лоу хп. Пойду. Соберу МБ. Опа. Подожди, друг. Ну, блин. А вайпер давно не пошел. Все, он убежал. Он убежал вот так. Кстати, кто хочет видос такой? Кстати, чему я научился за 200 часов? Да это будет, конечно, лютое. Ой-ой-ой, я не успею, походу. Или успею? Нет, я успею, кстати. А террор блейда. Они сами успеют. Ну, да, конечно. Подстилил малёха. Одного догасили, второго гасим. Бам, второй. Ай. Леон. Инвокер. Яс. Еще одного загасили. Марси бы подманить сюда, как или там типа. И убиваем еще ее. Нормас. Убил четверых. Урса очень зря туда пошел в соло. Еще и под их не тавр. Это сейчас будет плохо играть. Это будет. Это будет такое. Он сейчас вот туда пробежаться. Быстренько. И падает на них напасть. Вот так вот. Бэм. Нормально. Кстати, застилил, походу. Ну ничего, лейт. Кстати, что соберем в лейт? Давайте. Ладно, все-таки соберем этот. Манту. Мангу, кто он, наверное? Забыл манта, господи. Ну, забыть. Ну, ладно. А подождать, пока эти. Блин, дурачки уйдут. И напасть. На оценку уже их там потихоньку. Так, одного убили, все, у меня ман не хватает. Нет. Уходить. Да, в принципе, я выжил. Эти типы тоже, так кстати. Выполнили свою работу. В чем зовут типов типами? А не, точнее, тиммейтов типами. Ну ладно. Давайте. Астрал степ. Поразил. Марси. Ладно, пойду сержу за руной. Надеюсь, там будет регенерация. И нормас. Невидимость. Да. Такой себе прикол. Ладно, сейчас тогда сгоняем туда. Заберем богатство, подхилимся. Подманимся, блин. И нормально. И нормально. Раз, я случайно вторую взял. Ну и фиг с ней. Ваша верхняя башня разрушена. О нет, нам сломали верхнюю башню. Ладно, пойдем вниз. Все-таки, точнее на мид, тут все-таки заварушка посерьезнее будет. Ух ты, ёперес. Друг, подумай, не умирай. В смысле, наоборот, умирай. Эй, урсу убили. Нет! Друг! А, все, он отдал. Да, фиг с ним, с этим курьером. Когда он уже мне отдал, мне больше не нужен. У меня пинг. Правда, что ли? Ладно, фиг с ним. Ну, получу чуть-чуть. По голове. И убегу нафиг. Пойду вот туда. По пути я, в принципе, тут ничего не смогу ни забрать, ни сделать, так что лес можно. Но нет, время мало. Вот этих можно погасить немножечко. Сейчас сделаем вот по-другому вот так. Да? Хватит. Там. И выпало. Все, манту собрали. Кристалликс. Кристалликс, почти кристалликс. Кристаллайз, кристаллиз. Нормально все, и сабелики. Нет, друг.
Ладно. Туда можно не идти. Вайпера хп мало. Тогда сейчас что? Бахаем манту. И фигачим им. Вот это вот все. Они все возродились. Это плохо. Вот этот прям желает, наверное, что-нибудь бахнуть. Прописать лютейший прокаст. Не все кунки ждут, наверное. Кунка же самый могущественный. Ну вот о чем я и говорю. Прокаст мастер, блин. Так, ну мне бы как-нибудь, чтобы они поудобнее так зашли, ну знаете, прям вот. Удобненько. А, наверное, да. Не, почему нормально? Досекать. Вот хорош, хорош. Найс, с этого еще здесь. А, меня товар бьет. Я не заметил. У Леона хп мало. Нормально, он выживет. В принципе. Так, ну вокера загасим. Чтобы он тут не стоял. Спасибо, спасибо, бро. Но мне это не надо, к сожалению. Я мог продать, но не-не-не. Мне это надо, блин. Вот это зря, вот это я зря. Вот это я зря. Что-то я поверил в себя. Я хотел как по-другому сделать. Вот. Ух ты какой. Ух ты какой. Ай, маны нет. О-о-о! Террор Блади, да ты неплох. Только не знаю, кого бить, нас скрипы забрали. Да. Иц-иц-иц. Напишу со скобочками, типа, считаю то, что это рофл. Никто ничего не написал. В полной тишине выиграли. Посмотрим на сейчас на мой счет, кто MVP. Скорее всего, MVP... Не знаю, на самом деле, даже кто. Скорее всего, CM-ка какая-нибудь. И... О! А где? А где персонажи? Я лучший игрок, на удивление. Палач. Золотые руки, 79 добиваний. О, появились. Пятый тир не апнул, к сожалению. Тут по реликвиям ничего не дали. Похвалим. Сэмочку, чё ли? О, я только сейчас заметил счет. 16-62. Вот это имба. Сэмка и Кунка. Кунка, кстати, не знаю, что он тут забыл вообще. Только вражеский... Ладно, я понял, почему он проиграл. Сочувствую ему. У меня все хорошо. У меня 18-2, 13, 2 смерти. ЦМК 13-1, 29. Ее счет очень похож на ее там предыдущий. Ну, короче, да. Нормасовая каточка была такая вообще. В общем-то, да. Вот такая вот была каточка. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все самые новые стримы. Так жду, если всем спасибо и всем пока, до новых встреч.